Здравствуйте, вас приветствует канал SPV.com. Сегодня хочу показать, как настроить эмулятор PCSX2 для того, чтобы поиграть в игру Haunting Ground – Призрачная земля. Это такой ужастик в стиле Resident Evil и им подобным. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео по верхней. Я себе уже его скачал, приступаю к разархивации, как всегда, в корень диска C. Ссылка на бесплатные архиваторы будет в описании видео. Запускаем. Выбираем язык, применяем, далее. Или SSE2, или SSE4.1, какой подойдет больше вашему центральному процессору. Оставляем OpenGL. Здесь так, здесь пока можно так поставить. Потом мы сюда еще вернемся, чтобы до конца его настроить. Играю на клавиатуре, поэтому сначала мышкой кликаю кнопку L1, теперь на клавиатуре ту клавишу, что станет L1. Итак, по аналогии настраиваем весь геймпад. Те, у кого есть настоящий джойстик, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить и подключить, для того, чтобы с его помощью играть на этом эмуляторе. Стики тоже понадобятся. Лево-вправо, L3. Применить ОК. Звук можно поставить на Nice. Играю при помощи ISO-образа, выбираю Linux ISO. А если у вас DVD есть, то можете посмотреть видео на нашем канале о том, как запускать игры на этом эмуляторе при помощи DVD-дисков. Все остальное по умолчанию. Япония 2000, это BIOS, выбираем его. Дальше. Ставим галочку «Всегда спрашивать». Вот он стоит. Настройка эмуляции. Отключаем преднастройки, не нужны. Ставим разрешение 1024 на 768. Применить. Спидхаки включены однозначно. И обладатели многоядерного процессора здесь галочку ставят. Все остальное по умолчанию. Запускаем. Haunting Ground. Призрачная земля. Ускоримся, F4. Да, да, русский нам подойдет. 60 Гц тоже подойдет. Отлично сделана игра. Атмосфера, ужастик, все тут есть. Все неплохо сделано. Кликаем старт. Новая игра. Эта заставка тоже мы обламываем. И вот вначале мы получаем такую вот картинку. Вот так, в нативе она работает явно посветлее. Так без. Значит, не все в порядке. Давайте настроим, чтобы все было у нас в порядке. Во-первых, здесь мы ставим так. И здесь мы ставим вот так. Вот она уже и посветлее стала, но нужно избавиться от ореола сверху. Включаем хаки. И ставим вот эти значения на 400. Все, теперь читкач. Все идеально. Direct 3D не получится так настроить, потому что там все будет темно. Только в OpenGL есть эти опции. 100% есть. F4. Поехали, посмотрим, что это. Вот так игра работает без настроенного видеоплагина. Так с настроенным. Ну, разница очевидна. Да, музыка здесь, вороны, атмосфера, все тут сделано как надо. Для любителей пощекотать нервы, только там что у нас. Какие-то кустики не интересуют. Тот, кто за углом прячется. Почему он в ночной рубашке бегает по замку, непонятно. Чем блестит.
Что же это? Ромашка, что, чай мне с ней пить? С ромашкой, слышь. Ладно, не важно. Так, это что за ерунда? Пустые, а это? Я не про клетки. Что за бочонки? Ну, нет, так и нет. Пойдемте наверх. Поглядим. Похоже, тут лазить и лазить. Нужно изведать весь этот замок. Кто она такая, почему в ночной рубашке, пока не ясно. Полуголая. Ох. О, и портрет. Я бы такой не повесил. У себя в спальне. Портрет явно непростой. А ты еще кто? Чьих будешь? I've gathered some clothes for you. Ладно, обламываем. А то время ваше надо сэкономить. Похоже, переодеться надо. Да, да, давайте переодеваться. Какой хороший портрет. Оттуда кто-то следит. Да, сюжет здесь добротно сделан для ужастика. Просто прекрасно. Пес с ним обламываем и это. Пойдемте на выход. Это обучение. Так, это удар у нас, пендаль она дает. А почему бы рукой не бить? Почему именно пендаль? Почему-то женщина всегда целится в одно место. Ну да ладно. Не будем отвлекаться от темы. Так, здесь у нас что? Столб. Великолепно. Похоже, закрыто будет. Так и есть. Зайдите попозже. Так, а тут еще что? Ого. Кто-то не испытывает проблем с питанием. Большой. Как вам не стыдно пугать бедную девушку? Кинг-Конг, что ли? Или гоблин какой-нибудь? Нет, какой гоблин? Тролль. А это кукла Вуду, я полагаю, нет? Без носа. Ну, а так это просто недоразвито. К стоматологу тебе надо. Разоришься. Так, что делать? Бежать, что ли? Да, ставьте меня.
слишком для меня большой, отстань. Она столько не выпьет. Классная нагнетающая музыка, вообще великолепно сделано. По графике видите, никаких глюков ничего нету. Все, мы довели до ума нашими настройками. Смотри, сгибу нет. Похоже, нет. Ё-моё, я в ловушке, что ли? Очень смешно. Двинул, да? Может, мне не страшно, может, тебе просто поиграться надо. Вы же слабоумный. Хотя она как-то не бодро бежит. Может, ранее. Ну да ладно, все великолепно работает, нет никаких глюков. Если хотите пощекотать себе нервы, эту игру я вам рекомендую. Настройки вы видели. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал SPV.com, заходите на наш сайт spv.com.com.